Всем привет! Находимся мы на трассе Симферополь-Евпатория-Мирный. Там сзади мы видим это Евпаторийское шоссе. И мы видим вот этот участок, который был спорный. Здесь уже все балки смонтированы, устроен конус, даже облицован. И далее идет формирование насыпи песчаной. И тут еще дальше... Вот это, по-моему, второй спорный участок, который тоже находится, получается, на подходе к этому путепроводу. Тут пока непонятно ничего. И дальше вот там идет укладка чего-то, наверное, асфальтобетона. То есть путепровод, в принципе, сдвинулся с мертвой точки. И сейчас осталось решить проблему на подходах там справа. В принципе, все будет нормально в таком случае. А мы сейчас движемся дальше. Вот эта развязка с пятым этапом. То есть, получается, пятый этап идет вот там, где машина сейчас едет. Симферополь и Евпатория Мирный уходит вот сюда. Вот мы на нее сейчас смотрим. Она идет. И вот туда под путепровод. И на Евпаторийское шоссе выходит. Ну а мы идем дальше в сторону развязки. Дальше вот сейчас это на этой развязке трасса Симферополь и Евпатория Мирный, пятый этап, соединяется в одну. А дальше будет развязка, где они снова расходятся. Вот мы идем сейчас туда. Так, вот это водовод. Сейчас вот тут заглянем. Это такая камера из сборного железобетона. Здесь находится задвижка, ну и различная арматура. И вот тут пошла уже замененная труба. Я так понимаю, новая. Вот она идет. Вот там вот трасса Симферополь-Евпатория-Мирный. Тот знаменитый разрыв, который до сих пор там еще есть, но мы видим, что вроде как работы по водоводу какие-то идут. Сейчас перейдем на ту сторону, посмотрим, как там дела. Так вот, вот это место, где пока что разрыв присутствует. Вот видим земляное полотно, дальше ЧПС, там дальше асфальтобетон идет на сторону развязки с пятым этапом. А вот здесь пока вот так. Ну, вроде как с прошлого нашего здесь появления что-то изменилось. Тут же были, если помните, были траншеи, все перерыто. Сейчас этого нет. Но все равно что-то пока непонятно, на какой все это стадии находится. Вот тут вот разрыв. Здесь асфальтобетон, и там дальше идет асфальтобетон. А здесь вот заросли такие. Не помню, раньше показывал или нет. Еще одна проблема на этом участке. Вот смотрите. Магистральный газопровод. И вот он идет прямо, получается, вот там вот траектория трассы. И он идет вот оттуда. Пересекает трассу. И тоже вот в месте, где газопровод, пока ничего не происходит. То есть даже земляное полотно толком не отсыпано. И, видимо, как-то согласуется его перенос. Вот место, где продолжается трасса, это по направлению на село Школьное,
и в конечном счете на Евпаторию. Но с нашего прошлого раза здесь изменений мы не видим. Ну а там дальше уже, в принципе, даже разметка нанесена. И вот там дальше путепровод на село Веселое. Только я еще не знаю, как он там функционирует сейчас или его еще строят. Это мы сейчас увидим. Так, это мы ближе переместились к пересечению с трассой на Веселое. И здесь вот второй разрыв присутствует, связанный, видимо, с переустройством линии электропередач. Вот здесь остался такая вот, остался такая, короче, грунт с опорой. И в него пока упирается одна из полос трассы. Вторая упирается вот в эту опору. Тоже тут все в ожидании переноса. Это обошли мы с другой стороны. Вот эта опора на островке. И вот дальше идет трасса. Вот путепровод трассы на Веселое проходит над основным ходом. Там идут работы, вывозят грунт, там экскаватор. Путепровод уже практически готов, но еще пока машины движутся под ним по временной схеме. Сейчас мы дальше поедем, посмотрим остальные участки. Так вот, путепровод, который мы проехали, вот так по грунтовке поехали, поехали непонятно куда. Я кое-как нашел трассу, выехал на нее. Вот сейчас вот в это место, по-моему, здесь был разрыв, была речка там, водопропускная труба большая была, и там была речка. В общем-то, сейчас мы видим, что здесь уже соединили все. Вот работает экскаватор, там обустраивает откосы. Вот и сейчас мы поедем, посмотрим путепровод, который я снимал, по-моему, в марте при помощи компании Екатеринодар Авто, которая перевозила балки для этого путепровода и которая меня пригласила туда снимать самолет. Где он? Где-то самолет летит. Вот, и сейчас мы поедем, посмотрим, как там дела на том объекте. Вот он, путепровод, монтаж которого я выкладывал в марте. Уже здесь даже обустроен основной ход трассы, и по путепроводу уже даже открыто движение. То есть получилось такой объект интересный получился. Здесь даже уже, вот мы видим, наружное освещение установлено. И вот тут вот идут работы по устройству кюветов, откосов, вот таким длинным экскаватором. Там, где я говорил про разрыв и речку, немного напутал. Короче, это место вот здесь. Это за путепроводом, дальше в сторону Школьного. Здесь вот видим, тоже все уже соединили, разрыва нет, который был ранее. Здесь водопропускная труба большая, мы позже сейчас проедем дальше, посмотрим на нее. Здесь вот работают экскаваторы, занимаются откосами. Thank you.
Вот эта труба. Вот видим, там уже даже ездит кто-то. Даже по трубе кто-то едет. Но тут получается, что непонятно. Короче, мне надо как-то на ту сторону перебраться, а сейчас будем как-то думать. Вот получается здесь вот так. С прошлого раза такие изменения. Проехали чуть дальше. Вот в этом месте я снимал работу своебойной установки на базе КамАЗа. Вот на те сваи здесь соорудили вот такой ростверк и на него установили стойки шумозащитных экранов. Там уже на горизонте мы видим поселок Школьное, то есть это значит, что мы практически проехали это вновь строящийся участок. Дальше идет реконструкция дороги до Скворцова. Там уже, как известно, открыто 4 полосы. Ну, а здесь идет монтаж шумозащитных экранов. Все, мы добрались до нашей конечной точки на сегодня. Это развязка в поселке Школьное. Вот он, путепровод. Далее идет по траектории старой Евпаторийской трассы. Уже 4 полосы открыто до села Скворцова. Ну и ожидается уже начало строительства в следующей очереди. Вроде как будет строить компания ВАД, так что посмотрим. Сразу не обрати внимания. Короче, вот опоры пешеходного перехода надземного. Так, по трассе я не видел больше, где они там будут, но вот тут один будет точно. Здесь видим экраны смонтированы, там дальше продолжается монтаж экранов. То есть, в принципе, видим готовность достаточно высокая, за исключением пары мест, это где газопровод, водовод и ЛЭП. Здесь уже дальше все нормально. И на этом завершаем наш сегодняшний обзор. Вышел такой не сильно длинный, но показал основные вообще участки стройки. И на этом все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь. Всем спасибо за поддержку канала. И всем пока.